Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть на серии Poké World Special. И сегодня, ребята, у нас 30 декабря. Я не знаю, когда это видео выйдет, но сама суть, что сегодня у нас 30 декабря. И, как я говорил, 30 декабря мы будем разыгрывать 5 бесплатных пропусков. Уже есть победители, то есть уже рандом. Да чё ты, лагучая скамейка. Уже есть 5 победителей, то есть уже рандом выбрал 5 победителей, которые выиграли бесплатный пропуск. И, ребята, начинаем. Хочу извиниться сразу за то, что если не вы выиграли пропуск, если вам не повезло выиграть пропуск, потому что, ребята, поймите сами, там участвует 250 человек, и то, что пропуск выпадет именно вам, ну, хоть и не один пропуск, то есть 250 человек не один пропуск, а 5 пропусков. Но все же, то есть 250 человек или там 200 участвует, а чтобы 250 человек пропуск выпал именно вам, как-то тоже, ребята, знаете, очень много людей участвует. Так. Это нафиг выкинем, лодку тоже нафиг выкинем, не знаю откуда, нифига себе сколько у меня тут, 42 алмазные монетки, но уже почти, ребята, почти мы уже накопили себе на алтарь, ни хрена себе квикболов, это мне столько накидали или что? Ну ладно, ребята, ну что, приступим, сразу же приступим. Первый победитель, сейчас, ребята, секундочку, нужно ко мне тут что-то сейчас. Вот. Нет, не вот. Ща, ребята, я извиняюсь, секундочку. Вот. Ну что, ребята, первый победитель у нас идет. Первый победитель. Вот вы видите скрин на экране. Он, ребята. Точнее, она. Лимончик 3678. Алина Плетнева. Я надеюсь, я правильно прочитал. А ну давайте тут тогда. 30-е. Ну давайте тут. Первый победитель, который выиграл бесплатный пропуск на сервер. Декабря. Бесплатный пропуск выиграл. Ну, в принципе, выиграла, но я не буду писать выиграла, потому что всегда выиграл пишется. Лимончик 3678. Лимончик 3678. Первый победитель, ребята. Я точно не знаю, если сейчас у нас 30 декабря, то победители уже смогут зайти на спаун. Как его спаун? Чувак просто написал в чате, все на спаун, я прочитал такой, а все смогут зайти на спаун? Нет, не на спаун, а все смогут уже зайти на сервер. Ну, в принципе, завтра, 31 декабря, то есть, ну, как раз на Новый год, в день на Новый год, вы уже, наверное, сможете зайти на сервер и уже, в принципе, спокойно тут играть. Все, что вам нужно, ребята, кто выиграл уже пропуски, то сейчас выиграет. Все, что вам нужно, это зайти в личный кабинет и посмотреть, если у вас там 150 Dragon Point'ов на счету. За эти 150 Dragon Point'ов вы сможете себе купить бесплатный пропуск на сервер. То есть он вам не сразу выдается вот так прямо на руки, что вы можете зайти и купить его. Нет, ну, в смысле, не прямо так на руки, что вы можете скачать клиент и сразу же зайти на сервер и играть. Нет, он вам выдается в личный кабинет, вам нужно зайти купить пропуск, и тогда вы, ребята, уже сможете зайти на сервер и поиграть. Ну что, ребята, второй победитель, вы сейчас, ребята, видите на экране скрин, это у нас Сабри Тарисевич, ну, в принципе, и ник у него такой Сабри, да, если так читать, Сабри, ну что, тебя тоже поздравляю, еще, ребята, нужно счет попить, а то... в горле пересохло, что-то даже говорить не могу. 30 декабря. Бесплатный пропуск выиграл Саври. Ну что, поздравляю. То есть у нас уже есть Лимончик 3678 и Саври. Или Кабри. Ну, в принципе, читается по-английски Кабри. Но раз у тебя имя Саври, то тогда, наверное, Саври. Ну, я так думаю. Второй сейчас у нас будет победитель. Нужно бы вот этот инвентарь весь нафиг почистить, а то что-то у меня тут вообще с ума сойти, дурдом какой-то.
Так, сейчас. Ну что, давайте, ребята. Второй. Второй, второй, второй. 30... Какой нафиг? Ну, в принципе, второй дальше, а так третий уже по счету. Ай, случайно. 30 декабря. Бесплатный пропуск выиграл. И кто? Кто выиграл? Кто, ребята, выиграл? Ну, вот вы видите на экране скрин. Выиграл у нас Юрий Мага. Ник Хантер. Давайте напишем. Поздравляю тебя тоже. То есть завтра попытайся зайти. Хантер, вот. Ух, ребята. Что-то я не вовремя как-то начал. Через 10 минут рестарт, то есть за 10 минут нужно успеть. Я, ребята, извиняюсь, я просто вообще не в курсе был, что вот сейчас рестарт. Как раз у нас здесь 10 минут, чтобы объявить еще двух победителей. Тогда, ребята, вторую серию, где я буду разыгрывать шрайни и вот этого всего, мы, наверное, оставим на следующую серию. Знаете, что еще, ребята? То, что люди, которые выиграли сейчас бесплатный пропуск, они же не смогут участвовать в розыгрыше, потому что они только завтра смогут зайти на сервер. А розыгрыш сегодня. То есть, может, если они... Да ты конченый! Я сейчас эту скамейку нахрен пну раза 10, пока она не сломается. Вот, смотрите, богусь, вот ты боготня, боготня конченая. Капут, это вообще, я не знаю, почему это такой не баг, а мод такой какой-то. О, бум, какой-то фигевый. Да иди ты в жопу, а. Ребята, то что? Завтра тогда тоже какой-то будет мини-мини-мини-конкурс, то есть мини-раздача, потому что сегодня у нас смогут участвовать в раздаче те люди, которые сейчас играют на сервере, которые... Нифига себе, сколько тут людей уже сейчас онлайн. 22 человека на платном сервере. Что-то я такого никогда не видел. Ну, ладно. То есть, много людей сейчас, и они будут участвовать в розыгрыше. То есть, сейчас они смогут участвовать. Те 5 человек, которые завтра смогут зайти на сервер, они не смогут. То есть, точнее, сейчас даже не смогут участвовать, если у них, конечно, тут машины там какой-то. Машины времени нету, когда они смогут переместиться назад. Но сама суть то, что завтра, наверное, тоже какой-то мини-мини, такой прям мини-мини розыгрыш будет только для тех людей, которые завтра попадут на сервер. То есть, если вы еще не купили пропуск и не выиграли сейчас бесплатный пропуск, ну, потому что трое человек уже выиграло, сейчас еще двое будут. Если вы не выиграли бесплатный пропуск, то вы можете купить пропуск на сервер, в принципе, дешевый. Нет, нет, дождь нам не нужен. Вы можете купить пропуск на сервер и зайти на сервер, поиграть и завтра, в принципе, участвовать в розыгрыше. Ну, как это? В раздаче, в розыгрыше, но только именно для вас, для тех, кто завтра попадет на сервер. Так. Дальше. Дальше, дальше, дальше. Так, ну что. Фу, дальше. 30 декабря. Много в этих 30 декабрей. Бесплатный пропуск. Ой, нет, нет, нет. Бесплатный пропуск выиграл. Ну что, ребята, на экране скрин. Бесплатный пропуск выиграл. Саша Серов, Каспер 201. Каспер 201. Ребята, это полный рандом, то есть... Вот рандом выбрал таких победителей. И сейчас у нас уже есть Лимончик 3678, Кабри, Хантер и Каспер. Каспер 201. То есть 4 победителей мы уже выбрали. В принципе, да, успеем мы до конца. Точнее, до рестарта. Еще 7 минут осталось. Я хотел еще разыграть покемонов, но походу в следующей серии, потому что рестарт, в принципе, помешает, да? Так, сейчас, ребята. И что? Еще один победитель. И сейчас, сейчас. Вы сейчас, ребята, увидите на экране. Вот скрин человека, который выиграл бесплатный пропуск. Последний скрин человека — это у нас Вадим Проскуркин, который подавал заявку. Мистер Мелсон. Я, наверное, надеюсь, правильно прочитал. Так, 30 декабря бесплатный пропуск. Ой, не пропуск, а пропуск. Выиграл. Как там? Мистер Мелсон. Мистер Мелсон. Вот так вроде. Все, ребята. Это убираем. Все. То есть мы разыграли 5 бесплатных пропусков. Первый человек — это Лимончик 3678, второй Кабри,
Третий Хантер, четвертый Каспер 201 и пятый Мистер Мелс. Ребят, прошу прощения за то, что если не вы выиграли пропуск, я думаю, вы должны меня понять, потому что там участвует 250 человек, не я выбираю победитель, а рандом выбирает победителей. И то, что именно вы сможете выиграть бесплатный пропуск на сервер против 250 человек, то есть с этих 250 человек именно вы выиграете бесплатный пропуск на сервер, тоже как-то, знаете, маловероятно, потому что, в принципе, там очень маленький шанс, что кто-то именно выиграет, потому что с 5 человек, с 250 человек, да? Поэтому, ребята, прошу прощения, не нужно меня винить, что вот Эдисон не дал мне бесплатный пропуск, отписываюсь, дизлайк, все, иди в попу, да. То есть, ребята, это не от меня зависит, это рандом, розыгрыши, я же не разыгрываю 300 бесплатных пропусков, что если, например, там 350 человек, я разыграю 300 бесплатных пропусков, и то, что вы попадете на сервер, там 80% или 90%. А 5 человек из 250, если попадает на сервер, то, ребята, вы тоже поймите, да. Ну вот, ребята. Еще один пропуск, точнее еще 5 пропусков мы разыграли. Сейчас уже, наверное, ничего не будем разыгрывать, потому что сейчас уже будет рестарт. Сейчас будет уже рестарт, и, ребята, нужно на этом уже сейчас заканчивать. Да, серия небольшая получилась, минут 10 и с чем-то, но я как-то, знаете, у меня нету желания что-то начинать делать, потому что я знаю, что сейчас будет рестарт. Нужно себе какую-то дорогу до дома сделать, а то, в принципе, я могу написать хоум и тпхнуться домой, но... Опа, это чё? Это чей? Это тут покемон? Я могу тпхнуться домой, да, в принципе, я так и сделаю сейчас, потому что тут дверь забронированная, никто не может пройти, потому что заколебали тут экскурсии устраивать. Это все нафиг нужно поскладывать, у меня тут... Нужно вообще, ребята, давайте до того, как будет рестарт, нам нужно еще сделать тут склад. А, твою ж, я что думаю, нифига себе, блоки быстро ломаются, я в креативе. Так, быстренько, ребята, сделаем тут склад какой-то. Так, тут, как раз отлично, у нас есть две штуки. Тогда еще вот тут. Вот так, замечательно. О, что-то залагало. Тут у нас... Мне кожа нужна, то есть нужно мелтанков убивать, чтобы рамки себе сделать. Но, допустим, тут у нас будут блоки. Вот эти. То есть блоки за исключением дерева. То есть вот такие обычные блоки. Допустим, вот тут, да? Потом тут нужно сделать сундук для дерева. Дерева у нас нет, у нас есть Wooden Axe. Нам нужно сделать какой-то получше топор. Давайте мы его быстренько сделаем. У нас алмаз вроде нету, поэтому давайте быстренько сделаем себе топорчик. Ну, я не знаю, давайте быстро на спаун. Немного дерева нарубим. Может, даже мелтанков где-то убьем. В принципе, нам нужно. Так, где тут телепорт? Зимний лес, зимний биом, лес с большими дубами. Вот нам сюда как раз и нужно. Много дубов, можно рубить сколько хочешь. Так, давайте, ребята, быстренько себе нарубим, чтобы сделать себе еще парочку сундуков, чтобы положить туда ресурс. То у меня, ребята, и тут всегда беспорядок в этом, в инвентаре и, в принципе, в сундуках. Один сундук у нас будет с ресурсами, другой сундук у нас будет с блоками, третий с деревом, четвертый с покеболами, пятый еще с чем-то. Потом посмотрим. Так, ну, в принципе, мне кажется, этого хватит. 15 штук. Вот видите, уже тут понастраивались. Home. Так. Вот так, быстренько. Это сюда. Один. Два, три. Четыре, пять. Вот, мне кажется, так хватит. Так, быстро, 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 а то сейчас уже рестарт. Это сюда. Тут у нас блоки, тут у нас давайте покеболы быстренько. Вот так. Там у нас еще есть вроде покеболы, да, 1, 2, 3. Тогда и блоки давайте туда сразу же переместим. Вот так. Там у нас топор еще был, ну да ладно. Так, это сюда быстро, ребята. Так, нифига себе сколько. Так, сейчас рестарт уже заканчивать. Это сюда. А тут, наверное, тогда ресурсы мы поместим. Тогда там еще были ресурсы какие-то, я видел. А вот это заберем. И, в принципе, больше ничего нет. О, 45 секунд. Это нужно.
Больше я не вижу. О, вот это еще. Так, успеем, ребята. Быстро сюда. Быстро сюда. И ресурсы, ладно. Ребята, давайте мы закончим эту серию. Рестарт через 30 секунд. Поэтому, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Не забываем, до завтра вы сможете успеть попасть на этот сервер. То есть 31 декабря. Тут еще будут небольшие розыгрыши. И, в принципе, это первая серия, поэтому розыгрыши еще будут в следующей серии. Давайте, ребята, на этом закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.